Господи, каждый день вы в театре, но моменты не помните. Есть часть междисциплинарных уже практик, вот этого размывания границ театра, когда актер становится не только артистом, а становится журналистом, исследователем, человеком, который выходит за рамки простого театра. В театре самые ценные моменты, когда ты попадаешь в конкретное, живое, настоящее время. Мне хочется думать о том, что миссия наша, чтобы 1-2 человека нашли выход из этого, ну, тревожного времени, что там говорить, тревожных рублей. Сейчас в лондонской школе драматического искусства уже Шекспир не является обязательным к изучению, потому что он не помогает молодым людям получить работу в телесериалах HBO и Netflix. Расскажу вам историю одну быстро. Значит, я улетаю в Новосибирск и уже прохожу практически в самолет, и такой подходит человек, очень аккуратно выбритый, седая борода. Здравствуйте. Вы руководитель творческого вуза? Я говорю, да. Разрешите представиться, я директор Новосибирского крематория. Я говорю, очень приятно. Вы знаете, я бы хотел в вашем вузе провести несколько мастер-классов. Я говорю, на предмет. Ну, вы понимаете, ну, вот вы актеры как-то, у нас же тоже, это же театр, понимаете, вот церемониймейстеры у нас в крематории, актеры с этим не справляются. Я занимался я театром, там столько грязи. Я говорю, какой? Нет, не мусора, человеческая грязь. Идет вот прямо из зала на вас, и вы актеры, вы там тонете в этой грязи. И я говорю, послушайте, я же руководитель Московского художественного предмосковного. У нас система, мы руководствуемся Станиславским. Он говорит, как это идти? А что? Я говорю, у нас четвертая стена. Я говорю, у нас четвертая стена и никакая грязь. Я говорю, да. Он говорит, как же это интересно. Я говорю, вот видите, у нас вот так вот. А он говорит, и как актеры справляются? Я говорю, публичное одиночество. И у него гениальная фраза. Он говорит, вот и у нас тоже. What's wonderful about Stanislavski is his common suffering humanity of just being in a struggle to make connections between people. He's bringing many strands together and to form something that he thought was full of life. And what's very moving about Stanislavski was the fact that he named Meyerhold as his natural successor and that he was going into collaboration with Vakhtangov. He wasn't territorial or suffocating. He wanted to share things with people and pass things on and transmit people. And that's what inspires me in him. It's his spirit, not his cleverness. Упрямый наверняка был страшный человек. Поэтому мы так много о нем говорим. Мы все время хотим какую-то полку найти. Совершенно это не нужно. Не важно вообще, что он говорил. Просто нахождение с ним в одном поле – это уже важно. Для меня самое главное, что он сделал, он написал книжку, которая называется «Этика». Это такие законы внутренней жизни театра. И они связаны очень с выбросом во внешний мир. Я не использую эти инструменты, которые мне подсказывает Станиславский. Я по-другому делаю. Когда я педагог, я это помню. Вот я бы так сказал. Я это помню. Но при этом я помню и другие имена. И Мейерхольда, и Вахтангова, и Таирова, и Брехта. Потому что, конечно, создавая открытие драматургии или драматургического какого-то языка, стиля, это связано, конечно, с появлением нового и режиссерского языка. Это как бы театры. Шекспир, Брехт, Мольер, Чехов. Однажды меня шофер такси вез. Мы говорили о том, что вот обещали заасфальтировать эту улицу. И он говорит... Как вот ваш Станиславский говорил, не верю. Это шофер такси, который, может, в театре не был никогда. Он знал это, не верю. Знаешь ли ты, кто такой Станиславский? Чтобы люди поняли, что ты эту фамилию первый раз слышишь. Да. Давай сюда. Это Илюша. Слыхал фамилию Станиславский? Ну, что-то слышал. Для очень многих людей, уважаемых, Станиславский – это такая философия. Для меня это практический инструмент.
правда тела, правда походки, правда дыхания, неразрывная связь физического и духовного. Второе – это, конечно же, предложение Станиславского, как анализировать пьесу. Значит, мы занимаемся пьесой Чехова «Три сестры», мы исповедуем этюдный метод Станиславского. А что такое этюд-то? Это такая живая импровизация на одну из тем пьесы. А вот как во время пожара люди себя ведут? Много народу вокруг, собаки, лошади. А, ты шел домой, да? Останавливает меня маленький мальчик и говорит: пожар же в городе! Что вы делаете? Надо быстро, красный дом горит! Все горит! Что вы делаете? А где пожарные? А где все? Ну, спасибо. Петенька, другой уровень настоящести. Это то, что ты сейчас. Это паникер, это не военный человек. Вот дом горит. Что делать там нужно? Самообладанием, с пониманием он занимается работой. Этого ничем заменить нельзя. Понимаю. А ты паникер. Артист творит, конечно. Он не выполняет задания. Поэтому, мне кажется, очень устарело. И меня всегда раздражает, когда в театральной программке написано «действующие лица и исполнители». Ну, другое дело, что когда убойно убедительно, то Бутусов это вставляет в спектакль. So before I start rehearsing the play, I will answer all of the questions, and then I will construct all of the character biographies in a detailed way so that they all work together. I remember Stanislavski talked, I think, about those changes being like the beads on a necklace. So when I reflect on my own relationship to Stanislavski, I know that I went to Russia in about 1989 and I learned from Lev Dodin, who himself learned from Tostonogov, who himself learned from Stanislavski. And by the work that I'm doing in the UK, I'm passing those techniques on to young people. When I first went into his class, all of the directing students were in black outfits and they were working on animals. And I remember one poor young man who rather foolishly had decided to do a flamingo. And he was standing on one leg, impersonating a flamingo. And Dodin interrogated every single detail of how he was physically, the consciousness of the bird, the temperature, the time of day. I mean, the level of detail in terms of his observation, his questions and challenges to the actors was remarkable. Америка – это страна, которая восприняла Станиславского. Может быть, потому что два года гастролей с 22 по 24. У них была большая слава, у них были большие успешные гастроли по миру, когда они вот спасались от голода в России, поехали за границу, в Америку, где многие остались, и потом дали Голливуду русскую школу. All of the people that have become stars, like Charlize Theron, Brad Pitt, Halle Berry, people like that, it was like we took major, major chances, but we worked really, really, really hard on the craft and the different notions of it, and like saying, let's try this. I've helped people get awards in every venue, Oscars, Emmys, BAFTAs, Tonys. And I never vary from what I teach. It is the same, because I'm just trying to duplicate real human behavior. Stanislavski is the base. It's a very important base for an acting teacher to come from so that we can take it to the next step. Вы знаете, что такое гений? Это же 95% труда. Ты не можешь один день бросить все свои силы, а остальные 10 лет расслабиться. Ты должен каждый день бросать себя всего. Так тяжело в этом смысле. Как каждый день ты должен проходить вот определенный вот этот таинственный путь. Если сбросить с груди, с плеч моих тяжелый камень, если б я могла забыть свое прошлое... Выдающийся совершенно руководитель МХАТа, Олег Табаков и Адольф Шапира, который он когда-то пригласил играть
«Вишневый сад». Это был такой отважный шаг. Я была абсолютно непрофессионально, играла на каких-то других своих рычагах. Кстати, может быть, они были очень киношные. Век артистов, например, в кино очень короток. И дальше, мне кажется, есть укрытие – это театр, где ты можешь быть на издалека. Это такой языческий жанр, когда ты можешь изображать себя мужчину, женщину, быть старым, играть 20-летнюю. И когда ты просто можешь шлифовать свое мастерство. Алло. Маргарита, слушай. Кто? Куда вы звоните? Это не штаб. Право, опять этот водоканал постоянно. Нам звонить. Куда вы так торопитесь? Метель усиливается, мне нужно уходить. Постойте, я знала вашего папа. Он скончался. Мама. А я жива. Да. Не уходите. Вот вы знаете, у нас артистка играет, ей 90 лет, Раиса Максимова. И она мне каждый раз говорит: если вы меня уберете из этого театра, я умру. Я ей говорю: играйте из последних сил. Даже если вы не можете, вы должны прийти и играть. Если тебе нравится то, что ты играешь, мне кажется, это уже начало конца. И эта школа тоже забыта. В каком-то смысле, да, я критически настроена. Хочется больше требовательности к себе от самих артистов. В честь того же Станиславского, который был к себе адски требователен. Так странно, но я тебя прощаю за все, что ты мне сделала. Только ты не бойся. Это... совсем не страшно. Когда было 150 лет Станиславскому, один режиссер, известный довольно, он говорил, что надо сжечь Станиславского все работы. Понимаете? Горячая голова у него, этого режиссера. Надо сжечь Станиславского. Может быть, он ему мешает. Я не знаю. Когда ты не умеешь ни хрена, то очень просто сказать, что то, что придумал Станиславский, уже устарело. Потому что ты не знаешь, как это делать. Потому что надо работать. А работать не хотят. Хотят все и сразу. Most people have these jauntist ideas of who he was. It's like it's one way or the other. And he was a true artist. He was a true pioneer. Because he didn't say this is the only way to do it. Artists are change, and that's why he will always maintain a sense of importance after my lifetime, 200 years from now, because he got that.